У меня закончилась гречка, и мы решили съездить в русский или в украинский магазин. Мимино Food Market Grand Opening, то есть недавно только что открылся. Ну и вот посмотрим, что ж там есть. Но мне надо гречку. Hello? Здравствуйте. Можно мне сделать видео вашего магазина? Конечно. Можно? Что на его никто покупатель нашелся. А у вас какой магазин? Вы откуда вообще? Из Мимино? Я из Тбилиси. Из Грузии? Ну, я так и поняла, Мимино. Да. Овсяное печенье. 4,79. Даже пряники есть. 5,29. Did you find anything? Oh, not yet. Do they have your buckwheat? Probably. И селедка есть в банках. $8.99 килька. Baltic Sparks. Пиво. Грузинское вино, да? Да. Красивые бутылки. Я не знаю, хорошее ли вино, но бутылки красивые. Конечно, хорошие, конечно. Сколько она? Что-то я не пойму, сколько эта бутылка? Сколько что? Стоит. $50. $50? Зачем-то? $52.99. А сделано из винограда или еще вот? Вино, это... конечно, но... Из винограда? Да. Это 1,5 литра бутылка. Полтора литра. $50. Угу. О, греча есть. Ура! Да, конечно. Вы знаете, я посмотрела на Амазоне гречу. Полтора килограмма $17. Представляете? У нас $17, по-моему, 3 килограмма стоит. Да? Вот, а там было полтора килограмма, $17. Видите, у вас барген. Да, полтора килограмма 9,99. Угу. Полтора килограмма 9,99, $10. Здорово, сейчас купим. Так, а еще что-то я хотела посмотреть. Горох колотый. $3.49. Горох колотый. Рис. $4.99. Так. И пшено есть. Пшено $2.79. Все есть. Очень красивый магазинчик. Ну, нет, действительно, красивый магазинчик. И вы только открыли его, да? Месяц назад. Месяц назад? Итак, мы возьмем гречу. Did you find? I'm gonna get chocolate. Чоколад? Yeah. Угу. Спасибо большое. Вот ручка. Вот ручка, здорово. Да. Спасибо большое. Крупа экстра
6,79. А соль сколько? Соль славяна. $3. И гречневая крупа из Украины 7,79. А они не пробовали это, вот видите, да? Может, это лучше? Говорят, что это лучше. Вдохновение. $12. I'm finished. Hey. What did you get? One bar of milk chocolate. Кстати, Бен купил вот такой вот шоколад. Картинка напоминает вам что-то. А сделано в Латвии. What are your choices? With nuts or without nuts? I love this one. I love it. It's really good one. Окей, Хап, вот его байт. Семечки. Станичные семечки. $7. I'm just curious. Why are you filming? Just for yourself? Шпроты. 5,49. Баранки. Челночок. 3,19. И даже есть вот такие маленькие сушки мини. Сколько они? $1.89. Так, ну а что еще? Грибы есть. И даже компот из абрикосов. 7,99. Ну, в общем, чего только нету. Вообще очень красивый магазин. И елочка. Вот такая вот елочка. Красивая к Новому году. Ну и, конечно, мороженое и пельмешки, пельмени. $1.99. Нет, не доллар. $11.99. 12. Хинкали. Интересные. А вот такие вот торты красивые здесь. Паунд $13. Это значит, надо умножить на 2,5, чтобы на 2,2, чтобы узнать килограмм. I'm ready. Thank you. Спасибо вам огромное. С наступающим Новым годом. Мы еще к вам приедем. Будем рады. Спасибо. Спасибо замечательным людям. Спасибо вам. Вот такой вот приятный магазинчик. И приятные люди там работают. Из Грузии, из Тбилиси, кажется. Ну, по пути домой мы заехали в один ресторанчик. Помните, Крака Берл? Я вам показывала уже такой. Там замечательная елка. И пока вы любуетесь этой красивой елкой, я вам доскажу историю. Бен разговаривал с хозяйкой ресторана, хозяйкой магазина. Она из Армении, а хозяин из Грузии. Ну что ж, миру мир, нет войне. С Новым
годом наступающим. И всего хорошего, скоро увидимся. Не болейте, пока!